В интернете можно найти любую необходимую информацию. И, к сожалению, даже ту, о которой лучше бы и не знать. Особенно от потока нежелательных сообщений и видеоматериалов страдают дети. О безопасном интернет-пространстве сейчас говорят на всех уровнях. Очередной круглый стол на эту тему состоялся сегодня. Представители полиции, прокуратуры, сотрудники Госкомнадзора обсуждали, как противостоять попаданию в мировую сеть контента, содержащего ненормативную лексику, экстремистскую пропаганду, порно-видео, адреса продажи наркотиков и другие запрещенные для просмотра материалы. Все это преследуется законом, однако выявить интернет-преступников достаточно сложно. Поэтому первый заслон должны поставить родители. Согласно федеральному 436 закону идет маркировка. Вот даже художественных фильмов на телевидении мы видим, печатных изданий, ну и в интернете должна быть такая маркировка, что можно смотреть, с какого возраста можно смотреть. Ну и родители постоянно должны знать, на каких сайтах сидит и на каких страницах сидит его ребенок, чем занят ребенок. Не надо успокаиваться просто тем, что ребенок никому не мешает. Стоит напомнить, что соцсети – это не место для новых знакомств и последующих встреч. Так можно избежать преступления на половой почве. Свое слово сказали и представители правоохранительных органов. С их помощью только в прошлом году было выявлено более 20 уголовных дел, связанных с интернет-безопасностью. Но, к сожалению, работать на опережение с каждым днем все сложнее. Преступники находят новые ходы в интернете. Поэтому так важно сегодня повсеместное знание современных антитехнологий и программ защиты. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов, Республика.